Йосихидэ Муро из Японии победил во втором этапе международного чемпионата Air Race World 2017 года. Это вторая золотая медаль в его карьере. Экстремальные соревнования по аэробатике в этот раз прошли в американском Сан-Диего. Муроя, которого также называют Йоси, удивил собравшихся точным и динамичным пилотированием. Его время 58,5 секунд. Серебряный призер этапа словенский пилот Петер Подлуншек пролетел дистанцию почти на 2 секунды медленнее. Действующий чемпион мира немец Матиас Долдерер стал третьим. Ему добавили 3 штрафные секунды за то, что у финиша он задел один из пилонов воздушных ворот. В общем зачете Муроя поднялся на 10 позиций и оказался на 3-м месте. На 1-м по-прежнему чешский пилот Мартин Сонка. В прошлом этапе в Абу-Даби он получил золото. В этот раз прилетел 5-м. На 2-й ступени Долдерер. Следующий тур Air Race World пройдет в японской Тибе. Именно там японский пилот в прошлом году одержал первую победу в своей карьере. Аэробатика – демонстрация фигур высшего пилотажа. Суть соревнований – наиболее точно и быстро пройти дистанцию через воздушные ворота из пилонов высотой 20 метров. Скорость самолетов может быть больше 400 км в час. Участвуют только самые опытные пилоты. Они проходят тщательный отбор. Первый чемпионат в этом формате состоялся в 2005 году. Обычно соревнования проходят в несколько этапов, и каждый принимает другая сторона.